На Алтае вновь идут дожди. Для жителей села Самсоново Шипуновского района это означает, что населенный пункт лучше не покидать. Любая поездка становится экстремальной из-за отсутствия дороги. Весной, осенью и в грозу обычно поселковый путь превращается в болото. Там колея чуть ли не в колено, ямами бывает. И получается стоит как каша, и вся эта колея скрыта под кашей. То есть легковая, если машина будет ехать, она даже не поймет, что эта колея там есть. Он просто проваливается и висит там, пока кто-то не приедет на тракторе и не вытащит. Любопытно, что на половине пути асфальт есть, но со стороны соседней деревни. Подъезд к Самсоново представляет собой обычную накатанную дорогу. По сообщению сотрудников Алтай-Автодора, на этом участке пути работы проходят регулярно, но лишь отсыпка щебнем. Запланированы они этим летом. В администрации района объясняют, в бюджете денег хватает только на текущее содержание. Поэтому на достройку дороги не стоит рассчитывать. А почему когда-то дорожники остановились на половине пути, ответить затруднились.